Работаем в сфере профилактики ВИЧ. И вот если говорить, что гарант, да, местной организации, хозяева, которые нас, меня там пригласили, это ресурсный центр для НКО. У нас, можно сказать, узконаправленный ресурсный центр. Мы оказываем поддержку другим общественным организациям, которые работают в сфере профилактики социально значимых заболеваний. Поиск средств для НКО – это всегда острая задача. И у нас сейчас есть национальные какие-то, да, источники финансирования. У нас есть фонд президентских грантов, у нас есть частные благотворительные фонды. И вот этот навык уметь, да, построить свой проект, спроектировать его и описать грамотно, чтобы получить финансирование на свою деятельность, он очень важный. И я знаю, что Архангельский центр ресурсный, да, гарант. Это очень опытная организация, они просто эксперты в этой области. Конечно, есть чему поучиться. То есть нас готовят здесь как тренеров для того, чтобы мы других людей учили вот грамотному, эффективному вот описанию то, что мы хотим сделать. У меня 20-летний опыт подготовки, вот разработки проектов. И все равно периодически сталкиваешься с какими-то трудностями. Да? Это не такая уж простая задача описать свою деятельность в понятный, четкий, логичный проект, где все связано очень хорошо, и понятные, измеримые и доказуемые результаты.